Уважаемый Свердловской области, 1940 года рождения, Николай Павлович начал свою трудовую деятельность, свою биографию при прохождении службы морской авиации Балаклавы на Черном море, где он уже заслужил свою первую достойную награду, проявив свои лучшие качества. Ему присвоили знак отличник пограничник. Заканчивает Томский институт, получает высшее образование. И его назначают на должность механика только гидрохимии, по времени открывшегося. Там он тоже проявил свои лучшие деловые качества. У него очень такая есть характерная черта. Он умеет разговаривать с людьми на одном языке. Независимо от того, руководитель или перед ним, ну, располагает себе людей.